Приехали в Латвию на музыкальный фестиваль. Что связывает Ригу и Ленинград в музыке? Они знали, что нужно чем-то удивить. Тогда они решили не петь, а танцевать. Итак, мастер-класс известных рижских танцовщиков Ленинградского балета Андрес Лиепа и Михаил Барышников. Твою класс, а? Ну что ты? Да, как-то я нелепо прыгнул. Ты давненько в боулинг играл? Нет, а как это? А вот так. Страйк! Землячок, ты чего? Ты серьезно? Стоп! А это мне Илза подарила. Илза? Движение в балете называется па. Значит, чтобы стать папой, нужно сделать как минимум два движения. Успокойся, вот она. А, господи. Вот. Андрес, по-моему, вот это вот все это нафталин. Так уже никто не танцует. Танцевать надо так, чтобы был, ну я не знаю, как минимум удобно. То есть тебе, Андрес, вот так вот удобно? Ну да. Так. Оп, Илза пришла. Я пошел отдыхать. Опять без меня модерном занимались? Понимаете, Илза, музыка диктует. Не музыка главное, а школа. И даже на современную музыку можно танцевать классические танцы. Ну давайте, давайте. А мы сейчас посмотрим. For summer beyond the trouble, can't keep a job. They don't mean I'm handing over trouble. But hey, hey, to make it you've got to try. Baby, believe me, that ain't. Generation in the marriage. I can't even meet these men.
Риги, Ленинград. И нам уже не страшно, что не поймут, о чем ребята эту песню поют. Это мое шоу!